Ну что, Паша, какие планы дальше? Дима, давай взвесим тачку. Реально, как она есть, в полной комплектности, на 18 катках, чтобы понимать вес машины. Потом я думаю, что мы разберем салон, ставим одно кресло, вытащим запаску, оденем 16 колеса и взвесимся контрольно еще раз перед боем. Друзья, получили резину. Это Toyo 3 восьмерки в размере 205, 55, 16. На них мы будем делать заезд с Сергеем Миллениумом. Сейчас мы его взвесим. Это полуслик, да, Паша? Полуслик. Угу. Резина весит 10 килограмм 800 грамм. Резина очень цепкая. Главное, что она что? Новая. Да, главное, что она новая. Должны мы на ней зацепиться очень серьезно. Показать серьезные показатели по разгону 100, 200 и 0, 100. Друзья, сейчас мы едем в гараж и будем одевать Toyo 3 восьмерки, боевые Toyo 3 восьмерки на наши диски. Да, Паша? Друзья, а теперь главный вопрос к вам. Сможем ли мы выехать из 6 секунд на нашей машине на вот этих Toyo 3 восьмерки R? Пишите ниже в комментариях. Так, ребята, диски в машине, колеса в машине. Сейчас мы поедем все это обуем. Полуслики Toyo R, 3 восьмерки R будут стоять только на передке. Сзади поставим обычную гражданскую резину для того, чтобы сэкономить на весе. У Toyo 3 восьмерки R вес немалый, обычно штатная резина гражданская, она легче. Вес лишний нам категорически не нужен. Песик, привет! Привет! Это Чубака! Привет, Чубака! Диски легче взял, по 7 килограмм, да? Там да, по 7 килограмм. Конечно, резина тяжеловатая. Резину бы еще легенькую. Правильно, тут полуслик, но цепляться надо. Фишка в зацепе, чтобы зацеп был. Вообще не шевелится, идеально идет. Ага. Ты имеешь в виду, что развесовка хорошая? Не бьет, резина не бьет. Резина не бьет, бьет идеально. На Made in Japan, конечно. Удачи вам в заезде с Миллениумом. Разорвите его, порвите как тузик тряпку. Спасибо. Ваша удача. Спасибо. Всем удачи. Все, давай, пока. Пока. Все, спасибо. Очень приятно было узнать, что ты наш подписчик. Друзья, какая красота на заднем сиденье, а? Просто белиссимо. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра. Паша, почему такой принципиальный вопрос снижения веса в автомобиле? Вот, для битвы с Миллениумом. То есть в чем основная изюминка этого? Расскажи зрителям. Ребят, изюминка в чем? Минус каждый лишний килограмм – это плюс в разгоне. Объясню почему. В нашей машине маленький крутящий момент. Мы намерили, по-моему, 231 ньютон. С каждым облегчением автомобиля машина будет ехать лучше и лучше. Запаска весит примерно 12 килограмм. Задний диван – около 37 килограмм. Переднее кресло, если я не ошибаюсь, 37 или 38. В сумме мы собираемся снять с автомобиля район 90 килограмм. Тона 260, ну так мы конкретно и думали. Мы на днях заедем, разберем салон, можно будет сейчас, да, вас воспользоваться. Она такие легкая, мы видим. Ну что, Пашек, тону 260 все-таки не тону 300, не тону 320, видишь? Я поражен, серьезно, я реально... Был больше чем уверен, что, как пишут в технических характеристиках, ну, да, такой вес должен быть. А в реальности, либо есть, может, какая-то погрешность на весах, я не знаю, но весы показали тонну 260, правильно? Есть, конечно, погрешность, что он там бухал и как-то неправильно назвал, потому что весы все-таки не электронные, мы не смогли точно увидеть, то есть они советские, но в нашей местности только такие нашлись, поэтому, друзья... Мы сейчас поедем в гараж, благополучно разберем тачку и еще раз заедем контрольно на весы. Конечно, даже я скажу вот честно, вес, который мы себе намерили, меня очень радует. Я всегда думал, что машина порядка тяжелее, что машина весит в районе тонны 320, оказалось, что это не так. Я думаю, что если мы облегчимся до тонны 180, где-то примерно в эти цифры залезем, у нас будет еще большее преимущество, друзья. Ну, преимущество-то вряд ли. Скорее всего, мы подтянемся как раз к уровню Миллениума, потому что все-таки у него соотношение. То есть, друзья, всегда нужно считать соперником, когда вы хотите заехать, соотношение.
соотношение его массы к лошадиным силам. То есть неважно, у вас может быть хоть 1000 лошадиных сил, но если у вас машина очень много весит, то вы никуда не поедете. Поэтому важно соотношение. Не зря в мотоциклах, там, грубо говоря, сколько там, 100 лошадиных сил? Вес там 160 килограмм, да, плюс пилот. Но масса очень маленькая. Поэтому и здесь очень важно, чтобы мы по соотношению масса к лошадиным силам подобрались к Infiniti. То есть у него 360, грубо говоря, лошадиных сил и тонну 700 массы. То есть тонну 700 массы надо разделить на 360. Да, там считается коэффициент. Друзья, я хочу напомнить, что противник очень серьезный. Да. Сергей Миллениум едет не на стоковом Infiniti, друзья. Сергей Миллениум установил полный выхлоп, коллектора, холодный впуск, все это настроил. Поехал еще серьезнее, чем ехал до этого. Поэтому с ним будет очень горячая и напряженная битва, ребята. Да, поэтому без облегчения вообще никакого интереса ехать с ним не будет. Потому что действительно он реально стал ехать веселее. Это уже видно на драге. И как бы надо более радикальные меры. Вот, как-то так. Наши уважаемые подписчики, мы делаем этот бой для вас. Вы просите часто в комментариях, чтобы мы сразились и объехали Сергея Миллениума. Да. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимально реализовать потенциал нашей машины, выкрутить каждую лошадиную силу и каждый ньютон крутящего момента с нашей Honda Civic Type R и, возможно, таки одержать победу над Сергеем Миллениумом, друзья. Ребят, разобрали салон, сейчас поедем еще раз взвесимся, посмотрим, каков будет вес автомобиля на этот раз. Присаживайтесь, Дмитрий. Да, спасибо. Вот так вот я буду ехать. Вам удобно? Я вам скажу, что очень-очень удобно, можно лечь. Так и, наверное, поспать. Да, и поспать. Кринихилый траходром получается, понял? Можно сделать... Приглашу барышню и поеду с ней сегодня. Можешь тестировать, да, только матрас какой-то мягкий сюда постелить. Не, ну реально сидится, друзья, охрененно, вот, во всяком случае не сидится, а лежится. То есть лежать здесь можно, особенно если бы сюда приделать подушечку, сюда какой-нибудь матрасик застелить, то я считаю, что вообще реально можно было бы ехать в какую-то дальнюю дорогу и, в принципе, спать. То есть как пассажир я бы предпочел вот реально такую застеленную кроватку и, например, там едем 1000 километров, было бы, по-моему, круто. Так, так, сейчас будет вердикт. 150 раз 2. 1152. Мы сняли больше, чем 100 килограмм веса. Да. Отлично, супер. 108 килограмм. Все, спасибо килограмм. Большое. Дима, ты слышал? Ты слышал, сколько наш... вес нашей машины? 105 килограмм сняли. Тонну 152, да. Да, или 154? Да, да, да. Блин, я реально, я поражен. Это очень круто, ребят, очень круто. В общем, такими несложными манипуляциями, друзья, мы реально добавили шансов к победе. Так, друзья, все, мы готовы к гонке. Сегодня тот день, когда мы встретимся с Сергеем Миллениумом, обсудим с ним, где мы будем снимать, как мы будем снимать. А вот, друзья, и Серега. Ребята,
посмотрите, мы обходим Сергея Миллениума. Ребята, разрыв колоссальный. Победа! В точку, ребят, привезли Сергея Миллениума до пункта назначения, где мы будем вести переговоры. Но, ребят, это еще не гонка.